Вот видите, вот две ключицы, раз, два. Печень человека выглядит примерно так. Попробуйте угадать, что остается последнее. И сегодня мы будем изучать анатомию человека, тела человека. У меня есть вот такой вот набор тела человека. Вот у нас в нашем любимом наборе, который сегодня мы будем разбивать, находится у нас сам человек. Это его спина, позвоночник, желудок. Потом у нас есть череп, легкие и ребра. И все такое. Ребята, у нас тут есть человек, который открывается. Смотрите. И сюда мы будем ложить все части. Вот тут у нас будет мозг, тут будет череп, тут мозговая коробка и все такое. Вот это вот у нас мозг, та-та-та-та. Мозг весит 1 килограмм, 300 грамм. Теперь мы берем череп. Смотрите, какой красивый. Вот видите, мозг находится внутри черепа человека. У нашего черепа есть, смотрите, какие гламенные глаза. Вам не кажется, что у него нос чуть-чуть маленький? Ну окей. Вот у нас черепная коробка, чем мы закроем мозг. И вот так вот мы его закрываем. И голова уже готова. Мы кладем череп в тело человека. Теперь мы берем позвоночник. Позвоночник весит 7 килограмм. Позвоночник соединяется с черепом. Вот сюда. Ребята, мы взяли ребра вот с этой вот штучкой. Мы вот так вот ее прицепляем. И потом цепляем ребра. Вот так вот. Грудная клетка у нас готова. Сейчас нам нужно ее наполнить. Сейчас мы будем прикреплять лопатки и ключицу. Вот у нас лопатка. Мы ее прикрепляем к позвоночнику, и она нам помогает двигать руки. Вот так вот у нас получается верхняя часть скелета. Вот видите, вот две ключицы, раз, два. Смотрите, как они сзади, как сбоку, как с этого боку и как спереди. Дальше мы переходим к кровеносной системе человека. Это система, которая доставляет кровь ко всем органам. Вены и сосуды расположены по всему нашему организму. Их надо обязательно беречь. Сердце почти самый главный орган во всем организме, как и мозг. Сердце весит 300 грамм. Следующие легкие человека. Легкие, они нам помогают дышать. Без них мы бы не дышали. Туда входит кислород, и мы его выдыхаем. Легких две штуки у человека. Когда ты очень много куришь, легкие становятся черные и перестают работать. Ребята, всегда надо беречь легкие, а то когда мы останемся без кислорода. Легкие весят 1 килограмм. Следующий у нас поджелудочная железа. Ребята, они находятся ниже, чем легкие. Желудочная железа разрабатывает пищу в желудочный сок. Следующий у нас идет печень. Печень человека выглядит примерно так. Это фильтр для организма. Он очищает организм от токсинов. Кладем ниже, чем желудочная железа. Печень весит 1 килограмм 700 грамм. Переходим к желудку. Это куда поступает пища. Вся еда сначала попадает в желудок, где растворяется и распределяется по организму. Желудок находится ниже, чем печень, и мы его ложим вот сюда. Ребята, смотрите, как выглядят кишки. После желудка еда попадает в кишки. И вот так вот этими каминчиками спускается вниз.
длина кишки 6 метров. Представляете, какая длинная? Кишка находится ниже желудка. Теперь мы это сейчас будем возмещать в тело человека. Сейчас мы вставили все органы в стилет, и нам надо завершить стилет тазобедренной костью. Сейчас у нас остаются кости ног. Они должны быть вот тут. Ребята, попробуйте угадать, что остается последнее. Подсказка. Наш стилет, он мальчик. Конечно, ребята, это половой орган, и он закрепляется к кишечнику. Наш стилет мужчина полностью собран. Ребята, тут у нас череп, мозговая коробка, челюсти, внутри мозг, плечи, руки, ноги, желудок, кишка, печень, желудочное железо, ребра, легкие, сердце. И самое главное, мы одеваем кожу человека, и вы видите, что тут прозрачное, а тут уже такое бежевое, чтобы вы видели, что внутри. И тан-та-тан, наш человек собран. Смотрите, мы собрали тело человека. Скажите, что красиво. Мы с вами изучили полностью анатомию человека. Мы ознакомились со всеми органами человека. Какой орган за что отвечает и какую функцию выполняет. О, смотрите, какие мы люди красивые, какие мы сложные. И сколько разных частей мы состоим. Спасибо, друзья, что вы посмотрели мое видео и вам понравилось мое видео «Анатомия человека». Я желаю вам здоровья и удачи. Всем пока!